Так, народ, ну что у нас здесь? Ну, давай так сделаем, конфирм. Все нормально показывается. Давай вперед. Это еще один рогалик. Решил на этой неделе этим закрыть первые взгляды. Так, стреляешь ты автоматически? Да не совсем. Погоди, ты все собирать. Так, левел ап. Господи, у меня ассистент еще то ли утка, то ли гусь. Так, фриз, капитан Берджер. Так. Подвижение. Так, давай лучше грибной вирус выберем. Довольно забавно, конечно. Можно все организовать легенькое прикрытие. Так. Да, мужик, костюмчик тебе явно не по лицу. На Пикачу ты хреново как-то похож. А, значит, она такая. Пол АФКшная. Давай, Пикачу. Ну что, атакует Пикачу, наш неплохо. Так, это что за что стреляет? Давай-ка вот это вот. Не люблю рогалики, где надо вот самому стрелять. Туповатый рогалик. С прямым управлением. Вот так. Ну, мы еще тут покупаем всякие улучшения. Так, давай-ка я с тобой не буду много разговаривать. Ничего. У меня 59 есть монет. Открывается это за 1000. А это что такое? А так, спит. Понятно. Ну, давай еще раз попробую. Правда. Я не понял, где у меня тут... А, вот ХП где-то было. Так, левел, плазма проекшн, плазма дамейдж. Да, вот это выберем. Да, это, конечно, ужасно хреново.
70 уже хп осталось. Так, Пикачу. Неужели девушку не могли красивую поставить? Я вот понять не могу. О, 6 атак может делать. Где у меня этот супер удар? Понятно. Так, Пикачу, конечно же, да. Интересно, что вот это вот за хренатень. А, погоди, так они все могут умереть, касаясь него. Лайф плазма булит. Так, два электроник баллс, три атак. Было больно. А, так, блин, ну я еще супер ударом не могу их убить. Ну, если честно, хреновый рогалик по сравнению с остальными, которые завлекают. Я вот не очень уважаю рогалики, и надо вот целиться вручную. По-моему, это бредятина. Давай-ка еще раз попробуем. Мне рогалики нравятся тем, что там только бегаешь и смотришь, как тут персонажек сотни врагов нашпиндюривает. А здесь как-то не алло. Еще и не на русском добавок. Всему прочему. Кого? Отлично, у нас есть грибочки. Теперь. У которых очень мало грибочков. И где они, блин, вообще? Не помню, я же грибочку вроде изучил. World Hunter. Давай хоть Пикачу изучим. Ой, дядя извращенец. Эти вот ракеты тоже. Куда они летят? В кого они целятся? Вообще ни хрена не понятно.
Магнит есть, пусть будет пока. Проси уровень получать. Свиньи пошли. Нормально, такая гопота собирается. Да, до уровня мне еще как до Шанхая пешком. Так, мне надо как-то... Чтобы большинство у них хотя бы тут померло. На гитаре без пулемета, ну что-то понять не надо. О, у меня даже уровень поднимается от этого. Нет, народ, как ни крути, честно, херня, вот, ну, как человек, который играл рогалик, ну, это хреновое подобие рогалика, вот это вот, я автобой есть, ну, это я, конечно, считаю, это нормально еще, есть даже, где ручное управление частично перекликается с автобоем, это когда ты в автобой выбираешь, куда ты будешь стрелять, но здесь это как-то вообще никуда, ни туда, ни сюда не канает.